говорят, дешевле продали. Была распродажа, вы разве не знали? Белые в моде, красные тоже, черные и синих модней, но дороже. Хочется мне купить все и сразу: чайник, пиджак, штукатурку и стразы. Белого котика, тертые джинсы, шкаф, помидоры и то, что мне снится. Хочется в отпуск рвануть на Багамы, шаль и носки для мужа и мамы. Туфли хочу с крокодиловой кожи, машину как ту, что на эту похожа. Хочется мне, я иду покупаю. Где рассказать? Все, тогда начинаю. Здравствуйте, дамы и господа, вы смотрите программу «Хочу купить», меня зовут Анна Юрьевна. Апрель – прекрасная пора. Мы постепенно пробуждаемся от зимнего сна, и душа просит чего-то интересного. А поскольку интересы у всех разные, значит и отправимся сегодня по абсолютно разным маршрутам. Сначала займемся своим внешним видом, затем внешним видом своего дома. А напоследок расскажу, как сделать свою жизнь еще более комфортной. Каждая женщина стремится к совершенству. Все секреты красоты поможет раскрыть wellness-центр «Подиум». После длительных холодов пришла пора для открытых нарядов и, конечно, выходов к морю. А значит, нужно срочно привести тело в порядок. «Подиум» – это современный клуб с просторными залами для групповых занятий, передовым оборудованием для персональных тренировок, внимательным и квалифицированным персоналом. Для создания красивого пропорционального тела необходимо развивать определенные группы мышц одновременно. Перед началом тренировок инструктор составит для вас индивидуальные программы, которые целенаправленно приведут к желаемому результату. Особенно внимание следует обратить на упражнения с железом, штангой, гантелями, на тренажерах. В фитнес-залах проходят силовые занятия – пилатес, йога, стретч, бодифлекс, аэробика. После физической нагрузки можно отдохнуть в зоне релаксации. В спа-кабинете вы можете пройти полный оздоровительный курс или просто разово побаловать себя. Вам предложат приятные и эффективные спа-процедуры. В этом кабинете оказываются услуги аппаратной и инъекционной косметологии. Применение аппаратной косметологии в целях омоложения лица и тела, коррекции фигуры, коррекции возрастных изменений дает поистине безграничные возможности. Вы избавитесь от лишнего веса, целлюлита, локальных жировых отложений, нежелательных волос на теле и лице, морщин, пигментных пятен, акне. Процедуры, проводимые профессиональным дерматокосметологом, позволяют замедлить процессы старения, восстанавливая естественную красоту. При этом буквально после первой процедуры клиенты чувствуют разницу. В своей работе косметологи женского клуба «Подиум» используют элитную испанскую косметику «Natura Bisse». Здоровые, ухоженные волосы и ногти – украшения каждой женщины. В студии красоты клуба «Подиум» вам окажут все виды парикмахерских услуг и, конечно, ногтевой сервис. «Подиум» представляет уникальную новинку от создателя «Шеллак». Новый лак сохнет с невероятной скоростью. Ваши ногти безупречны, а лак на них не только не трескается, но и крепнет с каждым днем. Наращивание ногтей, маникюр, педикюр, парафинотерапия – все это тоже для вас. А пока вы занимаетесь собой, ребенок может весело провести время в игровой комнате в компании опытного педагога. А теперь записывайте адрес wellness-центра «Подиум», город Анапа, улица Крылова, 23/2, телефон 55980. Вас ждут с 10 утра до 10 вечера. Пластиковая продукция – это очень удобно. На сегодняшний день многие пришли к такому выводу в первую очередь из-за свойств, которыми она обладает. Пластик не бьется, имеет небольшой вес, и для его хранения требуется не так много места. Также несомненное преимущество таких товаров – невысокой стоимости, удобстве использования широкой цветовой гамме. В специализированном магазине оптово-розничной торговли «Пластик» вы найдете все, что пригодится в быту. Никак не обойтись нам без пластика в ванной комнате. Это корзины для белья, разноцветные емкости для воды и прочие многофункциональные изделия. Для кухни огромный выбор посуды – сахарницы, салатницы, наборы для специй, доски разделочные, сушилки. Перечислять можно бесконечно. Еще в магазине большой ассортимент посуды из стекла, керамики, фарфора. Здесь же предметы пластиковой мебели – пластмассовые ящики и баки хозяйственного назначения, цветочные горшки. Магазин хозтоваров «Пластик» предложит вам большой выбор бытовой химии, различные чистящие и стиральные порошки, моющие средства. Отдельный зал отведен для детских товаров – стулья, ванночки, горшки, настоящие домики и горки.
Рядом расположился магазин «Все для отдыха». Сделать отдых полноценным поможет большой ассортимент садовой мебели. Если вы живете в частном доме или проводите много времени на даче, качели садовые – это то, что вам нужно для отличного настроения. В магазине их представлено большое количество, и вы сможете выбрать именно те, которые вам придутся по душе и будут максимально удобными. Тем, у кого рядом с домом установлен бассейн, советуем расположить неподалеку от него кресла-шезлонги, зонты и столики. Если бассейна нет, не расстраивайтесь. В магазине «Все для отдыха» продаются и они. Каркасные бассейны легко собираются. Для их установки не требуется особой подготовки поверхности. Батут на пружинах не теряет свою привлекательность для ребенка уже в течение многих лет. С ним все игры, несомненно, станут яркими и незабываемыми. И, наконец, выгодное предложение для владельцев гостиничного бизнеса. Вы можете приобрести мебель для санаториев, лагерей, пансионатов по очень низким ценам. Подводя итог, скажем, что в данных магазинах есть все, что необходимо для успешного ведения хозяйственной деятельности на любом уровне, от обычной квартиры до больших офисных комплексов и предприятий. Город Анапа, улица Парковая, 35. Вас ждут с 9 утра до 6 вечера. Мебельный магазин «Гранд» постоянно доказывает потребителям, что сочетание комфорта, качества и эстетики с разумной ценой не только возможно, но и достаточно просто. Растущий ассортимент продукции говорит о многом. Магазин не перестает развиваться и совершенствоваться. Модульная мебель, кухонные гарнитуры, столы, стулья, обеденные группы, кухонные уголки. Среди реализуемой мебели также гостиные, детские, спальни, прихожие, огромный выбор диванов и кресел, офисная мебель. И все это по интересным ценам. Не зря в народе говорят, пища, приготовленная в благоприятной обстановке, несет в себе энергию здоровья. Именно поэтому каждая хозяйка должна тщательно продумать дизайн своей кухни. Креативных и современных заинтересуют кухни с фотопечатью. Они пользуются огромным спросом. Это связано с тем, что многочисленные варианты настолько свежи и оригинальны, а главное, очень просты в воплощении. В коллекции салона мебель от 10 ведущих фабрик России. Кроме представленных в магазине моделей, можно приобрести продукцию по индивидуальному заказу, которую изготовят в собственном цехе. Благодаря техническому прогрессу качественную мебель можно производить не только из ценных пород древесины, но также из недорогих, прочных и экологически чистых материалов. Примером такого сырья служит МДФ. Собственное изготовление фасадов из МДФ – одно из приоритетных направлений магазина «Гранд». Мойка должна вписываться в общий интерьер кухни. Замечательным вариантом станут мраморные мойки. Они очень практичные и красивые. Также в наличии газовые плиты, вытяжки, встраиваемая бытовая техника – все те современные приборы, которые принесут пользу любой хозяйке. Особое внимание стоит уделить выбору детской мебели. Подрастающему карапузу не обойтись без детского набора, включающего удобную кровать, стол и стул для игр и творчества, и, конечно, корпусную мебель, в которой разместятся все его вещи и принадлежности. Любителям функциональности понравится ТВ-тумба, которая с легкостью станет журнальным столом. Таких интересных изделий в магазине множество. Купив шкаф, здесь же можете заказать для него шикарный витраж. С недавнего времени в магазине появились реставрационные материалы. Это материалы для ремонта и устранения дефектов отделки всех мебельных поверхностей. Ими можно устранять потертости, царапины, сколы, трещины. Салон мебели «Гранд» расположен по адресу: город Анапа, Анапское шоссе, 83А, торговый центр «Алексеевский», второй этаж. Телефон 8-961-51-38-192 и 8-918-066-78-75. Как говорится, хороший товар не залеживается. Поэтому, если что-то приглянулось, не теряйте времени. А мне пора с вами прощаться. Увидимся в среду.